Уверен, что молодое поколение не знает, как выглядел наш аэропорт в советское время, а я сохранил его только в своих воспоминаниях. И вот счастливый случай для вас. Смотрите. Кстати, еще один фильм снимали в нашем городе, и там точно есть наш аэропорт «Небо, земля, небо», но его тоже пока нет в интернете.